Так, вот погрузчик. Мосты стандартные, нарезанные. Кош 1,20 м ширину. Гидроцилиндр нижний, не знаю чего, но сколько у него 40. Верхнего 25. Высота подъема, но я вот 1,70 м на вытянутой руке кош не могу достать. Не знаю. Где-то, ну, может, 2,20 м примерно так. Из-за того, что цилиндр большой, медленно поднимается стрела. Насос МШ-10 стоит, новый. Вот так вот. Он и вниз также падает, что вверх, что вниз. Отверстия не завышены, просто объем масла большой. До 25 пробовал поднять, не получается, тяжелый, блин.